Привет! Ты на канале ProgAuto. Меня зовут Юра. К концу этого года флагманскую модель Skoda Superb ожидает фейслифтинг. А пока поговорим о комплектациях и пакетных предложениях, которые у нас есть. Superb можно заказать в 4 комплектациях. Это Active, Ambition, Style и Lourin Inclement. Есть 2 бензина и дизельный двигатель. Все на автомате, как и для всех автомобилей бизнес-класса. Также напомню, что 2-литровый бензин и 2-литровый дизель можно заказать в полном приводе. Цены на Superb начинаются от 26 тысяч долларов за базовую комплектацию Active на 7-ступенчатом автомате. Для базовой комплектации с 2019 года добавлен по умолчанию датчик давления в шинах, система удержания автомобиля на склоне, передние противотуманные фары и добавлены легкосплавные диски R16. Для комплектации Ambition появилось 2 пакета. Пакет Ambition и зимний пакет Ambition. В пакет Ambition входит бортовой цветной компьютер Maxidot, внутреннее LED-освещение, центральный замок с бесключевым доступом и бесключевым запуском и головные и боковые подушки спереди. Будет стоить этот пакет 688 долларов. Также появился зимний пакет для Ambition, который включает в себе ветровое стекло с подогревом, передние и задние сиденья с подогревом и руль с подогревом. Это будет все стоить 421 доллар. Для комплектации Style в 2019 году также появились небольшие обновления. У нее уже стандартно идет руль с подогревом и цветной бортовой компьютер появился. Также появились передние и задние датчики парковки. Для комплектации Style появился пакет Style. Он включает в себя биксеноновые фары, обивку кожи Алькантара, навигационную систему Amundsen, комфортная телефония с LAN, ветровое стекло с обогревом и передние и задние сиденья подогревом. И это будет стоить все 2076 долларов. На 2019 году в Superb, как и в Kodiaq, тоже гарантия идет 4 года или 90 тысяч пробега. Для всех остальных автомобилей гарантия составляет 2 года без ограничений. Премиальная комплектация Lourin Inclement тоже получила некоторое обновление в 2019 году. В нее входит уже адаптивная подвеска по умолчанию, навигационная система Amundsen, руль с подогревом, задние сиденья с подогревом и камера заднего вида. Дополнительно ко всем комплектациям и пакетным тоже можно дозаказать еще свои опции, которые вы хотели бы видеть в своем автомобиле. Также модель Superb предлагается в варианте комби. За универсал надо доплатить около 2000 долларов. Для тех, кто ищет комфортный автомобиль бизнес-класса, это отличный выбор. Если вам нужна помощь в подборе комплектации, приезжайте к нам, мы с удовольствием вам поможем. Подписывайся на канал ProgAuto, ставь лайк. Если появились вопросы по этой модели, пиши в комментариях или приезжай к нам в салон. До встречи!